Ауза биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим продолжить серию передач, посвященных теме такфиризма, ваххабизма. У нас в гостях вновь уважаемый шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, на последней передаче вы затронули интересную тему разницы между Ибн Таймия и Мухаммад ибн Абдуль Вахабом. Что у них была разница очевидная в том, что один захотел захватить власть территории, имеется в виду именно территории, чтобы управлять там деньгами и так далее, а второй все больше выдвигал идеологию. И также была разница в том, что у Ибн Тайми был более узкий круг, кого нужно лишить жизни из мусульман. У Мухаммада ибн Абдул-Вахаба наоборот, он хотел лишить всех мусульман жизни, если они не докажут, что они имеют право на жизнь. И хотелось бы дальше продолжить эту тему с этого момента. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы говорили, как вы совершенно верно напомнили, говорили о том, что между Ибн Тайми и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, а точнее их такфиризмом, было две разницы. Во-первых, у Ибн Тайми не было презумпции куфра, которая была у Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, и по сей день эта презумпция куфра существует в ваххабитском мире, и ваххабиты исповедуют, отчасти правда, исповедуют эту точку зрения до сих пор, то, что провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, но по определенным причинам они отчасти отказались от этой презумпции. Почему? Потому что, ну, например, та же самая Саудовская Аравия, там уже это их не устраивает. Почему? Потому что они территорию захватили, свою власть установили, нефть качается, продается, деньги идут, все прекрасно, все хорошо, зачем нам проблемы, с одной стороны, да? Поэтому, и с другой стороны, что касается всего остального, ну и не только Саудовской Аравии, это и Бахрейн, и Кувейт, и Катар, и так далее, те же самые Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть они уже, так как территория у них под контролем, они этих критериев уже не применяют. Что касается всего остального мира, опять-таки здесь у них возникли проблемы, связанные с тем, что огромное количество мусульман не исповедуют их точку зрения. А что у них здесь остается? Или враждовать, исповедовать то, что провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и при этом рисковать своим положением, и входить в конфликт со всем остальным мусульманским миром, который не поддерживает эту точку зрения, или же отказаться, забыть об этой презумпции, так как куфра. Что они выбрали и сделали? То есть они в этом отношении избрали отказ, отказались от части. Но опять-таки в какой-то степени, в какой-то мере все-таки эта точка зрения живет. Где живет? Там, где это им выгодно. Там, где у них есть политические интересы. Например, то, что мы видели в Афганистане, то, что мы видели в Чечне, то, что мы видели и видим в Ираке и в Сирии. Там у них есть свои интересы. Там они выявляют и проявляют определенные критерии, которые провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Почему? Потому что там у них эти же мотивы имеют место быть. Во всех остальных территориях у них этого мотива нет, и поэтому они от них отчасти отказываются. И поэтому исследование ваххабизма и вообще разъяснение того, что есть ваххабизм, затрудняется в современном мире, становится немножко сложным. И поэтому появляются очень глупые и идиотские теории относительно ваххабизма. Сейчас появляются среди тех, которые, в том числе, есть известные российские исследователи, которые считают, что являются знатоками ваххабизма, они порой высказывают очень идиотские идеи, идиотские
теории относительно понимания ваххабизма. Откуда это происходит? Это происходит именно от того, что ваххабизм не является чем-то основанным на Коране и Сунне, как они хотят обмануть весь остальной мусульманский мир. Ваххабизм – это исключительно политическое движение, и толчком и мотором этого движения являются только политические интересы. Там, где нужно продвигать войну, они объявляют презумпцию куфра. Там, где не нужна война, нужно спокойствие, чтобы нефть качалась и продавалась, там они этих критериев не применяют, даже если эта территория находится под их контролем. Они спокойно относятся ко всему абсолютно. То есть, если... Чтобы не рисковать своим положением. Да, зачем? Сейчас Объединенные Арабские Эмираты, например. Если применяете презумпцию куфра и те критерии, которые предъявлял к... не только Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, но и даже Ибн Теймия к Объединенным Арабским Эмиратам, то там должна начаться война. Это невыгодно ни самим ваххабитам, невыгодно ни семье саудов, ни тем шейхам и шейхам Эмиратов Арабских, и ни их покровителям в лице Запада. Им это невыгодно. То есть это... Зачем им нужно? Это война. И поэтому и закрывать. Именно поэтому понимание ваххабизма немножко затрудняется. Почему? Потому что он переокрашивается, он как хамелеон. Он не исповедует Коран и Сунну, у него нет какой-то точки явной и крепкой какой-то однозначной точки зрения, на которой он основывается. У него нет этого. Он отталкивается от более приземленных вещей, он отталкивается от менее значимых, он отталкивается от мирских вещей, и поэтому постоянно перекрашивается. Но все-таки эта точка зрения, все-таки их идеологам и их лидерами заложена, этот такфири, презумпция куфра в том числе. Это первая разница между Ибн Таймией и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, презумпция куфра. Вторая разница – это то, что, как мы сказали, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб всех мусульман абсолютно на протяжении сотен лет. На протяжении, обратите внимание, сотен лет. На протяжении многих сотен лет всех мусульман поголовно объявил неверными, чего не делал Ибн Таймия. И объявил всех мусульман своего времени, кроме своих сподвижников, объявил неверными. То есть это примерно, если отталкиваться от слов Сулеймана ибн Абдул-Вахаба, который является братом Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, то есть примерно 800-900 лет, на протяжении 800-900-900 лет мусульман не было, были только идолопоклонники, мушрики были. Если отталкиваться от... Некоторые исследователи говорят, нет, 600 лет, 900 лет, 600 лет он исповедовал и так далее. Но родной его брат говорит, что они объявили неверными мусульман на протяжении всех 900 лет. И мы тоже обратились к Кашфу Шубахат, к книге Мухаммад ибн Абдул-Вахаба на прошлой передаче, и обнаружили, что он всех мусульман своего времени называет поздними мушриками, поздними идолопоклонниками. Толкователи Кашфу Шубахат, то есть это не только Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и более поздние ваххабитские деятели, и ученые, и писатели, в частности, Фахд ибн Наср, который написал толкование Кешф аш-Шубахат, он тоже, то есть эту же идею, разъясняя слова и книгу Мухаммада ибн Абдул-Вахаб, провозглашает эту же идею, понимает то же самое. Он говорит, «Юбайину, рахимахулла, анналь мушрикуна». «Фи заманихи ашадду ширкан мин мушрика и замани Расулилла». То есть, опять-таки, говорит то же самое, что говорил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то, что мы разъясняли на прошлых передачах. В своей книге «Кашф аш-Шубахат» он, помимо того, что называет, как мы уже сказали, мусульман своего времени мушриками, мусульман всех абсолютно, кроме своих сподвижников, помимо этого можно огромное количество выражений, подобных выражений в отношении этих людей обнаружить в этой книге, в одной только этой книге, Кешф аш-Шубахат. Например, в 6 главе он говорит: «Фальваджибу алейка ан та'лама мин динилляхи ман юсиру
салахан лака тукатилу бихи хауля и шаятин. Тебе обязательным является изучение религии до той степени, которая тебе необходима, чтобы сражаться с этими мушриками, прошу прощения, с этими шайтанами, с этими шаятин. Это опять-таки касается всех мусульман. Почему? Потому что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его ученики, и его последователи сражались со всем Аравийским полуостровом. Абсолютно со всем Аравийским полуостровом. То есть они объявили войну и объявили неверным весь Аравийский полуостров. Мы опять-таки подтвердим, из исторических данных это подтверждали ранее, и подтвердим со слов очевидцев, в том числе его родного брата Сулеймана ибн Абдул-Вахаба. الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك. Он говорит, это шейтаны имамом и предводителем которых является дьявол мусульманам. Он так описывает мусульман. Так он описывает мусульман. То есть говоря. И здесь свидетельство тоже Зайнид Ахлан, который является авторитетным ученым, суннитским, шафиитским ученым, который был муфтием Мекки и Медины. Вот что он пишет про методы Мухаммад ибн Абдул-Вахаба в своей книге «Хуласатул Калам». Он говорит: «Ва ида арада ан ахадун ан ядухула фи динихи». Если кто-то хотел принять религию Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, потому что он же новую религию принес, и сами ваххабиты сейчас говорят, что он был муджаддидуддин. Муджаддид. Обновивший. Был муджаддид. А кто такой обновит? То есть приносит... Они же говорят, что каждые 100 лет, каждые 100 лет приходит человек. Да, 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 совершенно верно. Они считают Мухаммад ибн Абдул-Вахаба таковым. То есть он тем, кто обновил религию. Мы об этом говорили, про это то предание. То есть не нововведение, как они это называют, а обновление. То есть, обновление есть нововведение, то есть новое, новое. Но они это как говорят, что это что-то хорошее. Они нет, это не есть, мухьиддин. Есть мухьиддин, тот, кто оживляет религию. То есть да. И была религия, она немножко угасла. Человек приходит и ее заново оживляет в сердцах. Да. Оживляет ее, придает ей новую жизнь, новое дыхание. Той же самой религии, не новой религии, а муджаддиды. Обновляет. Это тот, кто приносит нечто новое, это и есть нововведение. То есть сами они признают это. Признают то, что он привнес в религию. Потому что муджаддидуддин, обновитель религии, это то, что он обновил. Чтобы было понятнее, приведу пример. Когда вы обновляете, например, какую-то программу или обновляете прошивку своего телефона, вы же не оживляете то, что было ранее. Вы что-то новое, то есть новое что-то привносите в свой телефон. Это и есть обновление. И Зайнид Ахлан с этой точки зрения, это, кстати, книга «Хуласатуль Калам», с этой точки зрения говорит, «Ва ида арада ахадун ан ядхуля фи динихи, якуля лаху ба'ад аль-итьяна бис шахадатейн». Мухаммад ибн Абдул-Вахаб приказывал, после того, как тот произносил шахады, две шахады, произносил, говорил, «Ашхид аля нафсика аннака кунта кафира». Свидетельствуй, что ты до этого момента был неверным. وَأَشْهِدْ عَلَى وَالِدَيْكَ إِنَّهُمَا مَاتَ كَافِرَيْنَ. И свидетельствуй, что твои родители умерли неверными, кафирами. وَأَشْهِدْ عَلَى فُلَانَ وَفُلَانَ. И говорил, свидетельствуй, что такой-то и такой-то. وَيُسَمِّ لَهُ جَمَاءَةً مِنْ أَكَابِيرِ الْعُلَمَاءِ الْمَاضِينَ. И перечислял имена великих ученых прошлого. Он перечислял имена великих ученых прошлого и говорил, свидетельствуй, что они тоже умерли неверными. Аннахум кауну куффара, что они были неверными. Фа ин шахиду кабиляхум. Если он свидетельствовал, произносил все эти свидетельства, они принимали его в свои ряды. Ва илла амара би катлихим. В противном случае приказывали убивать. Уважаемый Шейх Курбан, если вы не против, мы прервемся на большую паузу. Шала. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После паузы мы продолжим данную тему. Thank you.
Уважаемые наши телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о такфиризме, о ваххабизме и об их обычаях, традициях, каким образом нужно было стать в их ряды. Уважаемый шейх Гурбан, вы сказали о том, что были шагады, были свидетельства, которые человек должен был произнести, чтобы стать настоящим мусульманином. А до этого он был кяфиром, его братья были кяфирами, все великие ученые ислама были неверными кяфирами. И он это должен был признать. То есть, что эти свидетельства означают? Это означает, что он считал всех современных мусульман, кроме своих последователей, их предшественников, их отцов и дедов, признавал, считал неверными, вышедшими из ислама. И Зайни Дахран, муфти Мекки и Медины, шафиитский ученый, говорит: «Ва кана юсарриху би такфири л-умма мин мунду ситтумиати сана». Он говорит, что он ясно, недвусмысленно, открыто говорил о том, что на протяжении 600 лет не было и мусульман. На протяжении 600 лет мусульман не было, что все были только неверные, были только идолопоклонники. وَكَانَ يُكَفِّرُ كُلَّ مَنْ لَا يَتْبَعُهُ. И считал неверным каждого, кто не присягал ему, каждый, кто не шел за ним, кто не являлся его последователем. То есть ему, для него критерием и признаком было следование за ним, быть его сторонником. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتْقَ النَّاسِ. Даже если этот человек был самым, одним из самых богобоязненных верующих людей. فَيُسَمِّيهِمْ مُشْرِكِينَ وَيَسْتَحِلُّ دِمَاءَهُ وَأَمْوَالَهُمْ. То, что мы уже говорили, он назвал мушриков своего времени, мусульман своего времени мушриками и дозволял их кровь и имущество. И то же самое мы обнаруживаем в поведении его покровителей, коими были династия Саудов, которые до сих пор правят Саудовской Аравией. Обратите внимание, Аюб Сабри Баша в своей книге «Тарихуль Вахабия», которая была написана в 1879 году, то есть это вторая половина 19 века, он говорит по поводу речи Сауд ибн Абдул-Азиза, когда тот захватил Мекку, потому что были сражения, и очень многие сражения Сауд ибн Абдул-Азиз проигрывал, но были и те, которые он, в которых он одерживал победу. В одной из таких сражений он одержал победу в Медине, захватил Медину, и произнес следующую речь. И эту речь приводит в своей книге «Тарихуль Вахабия» Аюб Сабрибаша. Он говорит, то есть Сауд ибн Абдул-Азиз, обращаясь к ним, к мединцам, говорит: «Я ахаль Мадина, инна динакум аль-йоума кад кумиль». О мединцы, это мусульмане, Медина, рядом с мечетью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И речь произносится рядом с мечетью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это мединцы, потомственные мусульмане, из поколения в поколение, бывшие мусульманами, говорит: «О мединцы, воистину, сегодня ваша вера стала совершенна». Как кумиль, стала совершенна. Сегодня. Когда? Сегодня. Когда я захватил вас, когда вы оказались под моим покровительством, под покровительством Сауда ибн Абдул-Азиза. «Вагаммертукум ни'мат аль-Ислам». «Я вас погрузил в милости Ислама». وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ تِبْقَ قَوْلِهِ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. И сегодняшнего дня он говорит: «Бог доволен вами», согласно аяту Священного Корана, который был ниспослан много сотен лет тому назад. فَدَرُوا أَدْيَانَ آبَائِكُمْ. Оставьте религию ваших отцов. То есть он обращается к жителям Медины спустя много сотен лет после прихода ислама. Ислама, посланник которого сказал, что я не боюсь, что моя умма станет идолопоклоннической уммой, что мои последователи выйдут из ислама и станут идолопоклонниками. Но я боюсь из-за другого, из-за того, что они захотят сражаться, захотят враждовать между собой ради мирского. Он боялся как раз того, что делал сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то, что делала династия Саудов. Посланник Аллаха этого боялся, что придут такие люди, которые
из-за мирского будут убивать других мусульман, будут проливать кровь других мусульман, будут топтать понимание священного Корана, будут топтать понимание сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи. Он этого боялся. А Сауд ибн Абдул-Азиз говорит, «Фадару адиана абаукум», оставьте религию ваших отцов. Мусульманам обращается, оставьте религию ваших отцов, которые были потомственными мусульманами. Аль-батиля, которая религию, которая является недействительной. وَلَا تَذْكُرُوهُمْ بِإِحْسَانٍ أَبَدًا. Никогда не упоминайте о своих предках с добром. وَحْدَرُوا أَن تَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِمْ. И никогда не читайте за них молитву. لِأَنَّهُمْ مَاتُوا عَلَى الشِّرْكِ بِأَسْرِهِمْ. Потому что все они без исключения, بِأَسْرِهِمْ. Все они без исключения умерли неверными. То есть это то, что говорил Сауд ибн Абдул-Азиз, когда захватил Медину. Но это приведено в книге Аюба Сабрибаша, который жил позже. Кто-то может сказать, что, опять-таки, мы из книги самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба эту точку зрения обнаружили. Но если кто-то скажет, что он жил позже, он не знал об этом, есть книги брата Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, Сулеймана ибн Абдул-Вахаба, который пишет о том же. Вот обратите внимание, у него есть книга «Ас-сава'иқ аль-ираҳия фи ар-радди аль-ваҳабия» в главе, в первой, в самом начале практически книги, в самом начале первой главы этой книги он, обращаясь к ваххабитам своего времени, то есть это современники Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба, в том числе сам Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, в том числе к нему обращается, говорит «Фаиннакум аль-ан» تُكَفِّرُونَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Он говорит, вы считаете неверными тех, кто произносит шахаду, кто говорит, что нет Бога, кроме единого Бога, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является его рабом и посланником. Считаете неверными этих людей. И не только. وَأَقَامَ السَّلَاتِ. И тех, кто наряду с этим читает молитву. وَآتَ الزَّكَاتِ. И тех, кто платит наряду с этим и со всем этим закят. وَصَامَ رَمَدَان. И постится в месяц Рамадан. وَحَجَّ الْبَيْتِ. И совершает паломничество к дому Бога. مُؤْمِنًا بِاللَّهِ. Но при этом все это делает, веруя в Бога. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ مُلْتَزِمًا لِجَمِيعِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. Верит в книгу Бога, верит в ангелов Бога, верит в посланников Бога и считает себя обязанным придерживаться всех положений ислама. Подобных людей вы считаете тукафирун, считаете неверными, говорит Сулейман ибн Абдул-Вахаб, обращаясь к своему брату и его последователям. И обратите внимание, самое важное. Подводит итог. وَتَجْعَلُونَهُمْ كُفَّارًا. Вы всех мусульман считаете неверными. وَبِلَادَهُمْ بِلَادَ حَرْبَ. Их города, мусульманские города, вы считаете городами харба. То есть вы считаете, что это города, которые находятся в состоянии войны с исламом и Аллахом, и Богом. Билада Харбин. Вабиладахум Билада Харбин. То есть вы считаете мусульманские города, мусульманские страны, те места, где живут мусульманские общины, мусульманские общества, считаете эти общества враждующими с исламом, с Богом и посланником Аллаха. И как следствие сражаетесь с ним. То есть сейчас, зачем это мы в историю уходим, в ваххабизм? Потому что, опять-таки, как я уже говорил ранее, сейчас это немножко завуалировано у ваххабизма, потому что, как мы уже сказали, интересы сейчас не те у ваххабизма. У семьи Сауда, которая является одним из основных спонсоров ваххабизма, у других королевств Персидского залива, это Кувейт, это Бахрейн, это Арабские Эмираты, у них сейчас другие интересы, у них нет интереса сражаться и захватывать территорию. Они сейчас не этим заняты, у них сейчас другие интересы, ну, за исключением, за небольшим исключением, да, происходят все-таки там и тут какие-то
стычки по их воле и по их инициативе, где они видят свои интересы. Это в частности в Сирии вы развязали войну, проспонсировали на том же основании, на котором они развязывали войну много веков назад, несколько веков назад, в те времена, о которых говорит Сулейман ибн Абдул-Вахаб. Тогда да. То есть они там, где им интересно, там, где у них есть интересы, там, где Америка и Европа приказывают, там они развязывают войну. Салман ибн... Салман это... Ибн да, Мухаммад ибн Салман, который ибн Салман, да. Является принцем Саудовской Аравии сейчас, он ясно недвусмысленно признал. Он говорит, что то, что мы развязали войну, и то, что мы по всему миру строили ваххабитские медресе, строили ваххабитские мечети и распространяли ваххабитскую литературу, это было все по просьбе Запада, в том числе Соединенных Штатов. Он это признался, то есть есть его признание, и в интервью, если мне не изменяет память, Times он это говорил. То есть они, у них тоже есть свои покровители, у семейства Саудов и других королевств Персидского залива. Это Запад, это Америка, это сильный мир сего. И если они хотят, они развязывают войну. Опять-таки в мусульманском мире развязывают войну под этим предлогом. Посредством ваххабитов. Да, посредством вот этих такфиристов, посредством этой идеологии, которую провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Иначе можно ли сказать о том, что до этой идеологии, пока она не имела такую силу, мусульмане, они жили в мире между собой, что неважно, это были последователи одного течения или другого течения. Допустим, даже вот, если мне не изменяет память, Абдул-Хусейн Шарафуддин, во времена него люди около Мекки совершали 5 намазов, и каждый намаз совершал один из масхабов. То есть даже шииты, это назывался джафаритский масхаб, который совершал один из этих намазов. То есть был мир между мусульманами, по крайней мере. Мусульманские истории... Относительно того, что происходит сейчас. Я как-то упоминал об этом. Мусульманские истории были разные периоды. Были сложные, были разные периоды. Были у власти алчные люди, были халифы, которые провозглашали себя халифами из числа амиядов, из числа аббасидов, которые... Также по политическим причинам устраивали резню и устраивали геноциды. Например, аббасиды в один период резали хамбалитов, а потом приняли хамбализм и начали резать мутазилитов. То есть у них менялось, да? То есть когда-то они были мутазилитами, резали хамбалитов, и когда-то были хамбалитами, резали мутазилитов. Те же самые аббасиды, одни и те же, одна и та же династия. То есть было такое, но опять-таки... Не в таких масштабах? Скорее, это не было чем-то идеологически оправданным, то есть они не оправдывали это как-то идеологически, точнее оправдывали, но в самой идеологии это не было заложено, это было навязано какими-то разными технологиями, было навязано властью. Да, власть притесняла, было такое, но чтобы целая идеология провозгласилась, которая, кстати, вышла из-под контроля создавших его, потому что сейчас у Саудовской Аравии есть проблемы, я неоднократно об этом говорил, у самой власти есть проблемы с тем, что они сами создали, потому что то есть на протяжении всей истории эта проблема была, потому что они создали эту идеологию, и эта идеология... В этой идеологии порой появлялись люди, которые хотели до конца исповедовать эту идеологию. А династия Саудов как бы не видела в этом интереса, у него не было в этом интереса. Тем более, в особенности, когда они пришли к власти. То есть это нечто такое идеологическое. То есть это хоть и смотивированное чем-то политическим, но преобразовавшееся нечто такое идеологическое и религиозное. И ставшая целой религией. И сейчас появляются глупцы, необразованные люди, люди, которые не могут самостоятельно размышлять, думать, анализировать, люди со слабой аналитикой. Это ваххабиты, вот масса, да, вот это вот чернь и обыватель ваххабитский. Это человек, который или неинтересна ему религия, он по бизнесу, по каким-то связям исповедует эту идеологию, и очень часто такое бывает, по связям, потому что у него там очень много знакомых, которые исповедуют эту точку зрения, но при этом у них есть свой бизнес, он хочет стать
компаньоном, партнером и так далее в этом бизнесе, и он начинает тоже за компанию. Есть такое. Или так, а если нет, если он в какой-то мере убежден, то у него очень слабая аналитика, очень слабое понимание общей жизни, очень слабое понимание самых элементарных вещей, самых-самых-самых элементарных вещей. Самых. Я не буду сейчас примеры приводить, но это настолько элементарные вещи, что самый простой человек просто посмеется над их уровнем развития, над их уровнем размышления. В конце я приведу еще одно высказывание Сулеймана ибн Абдул-Вахаба. На этом закончим с этим, с разъяснением позиции Мухаммада ибн Абдул-Вахаба относительно такфиризма. И с позволения Бога со следующей передачи уже посмотрим с точки зрения Корана и Сунны. И разберем аяты священного Корана, разберем хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотрим, насколько эта точка зрения правильна, насколько эта точка зрения, какова эта точка зрения на весах ислама, на весах источников ислама. Сулейман ибн Абдул-Вахаб в главе 14 той же книги «Асваигуль Илахия» говорит, здесь очень много хотелось бы сказать, но так как я понимаю, что время заканчивается, я приведу небольшой отрывок из его речи. «Валазиму кавликум», говорит он. То есть, ваше убеждение, ваша точка зрения, он говорит, означает, что «Инна джами аль-умма бада заманиль имам Ахмад», что вся умма, вся мусульманская умма со времен Ахмада ибн Хамбала, имама Ахмада, это третий век, это первая половина третьего века. Первая половина третьего века. То есть с первой половины третьего века джами аль-умма, вся умма, улема-уха, ва умара-уха, ва амматуха, куллюхум куффар. Все ученые, обыватели мусульманские, правители мусульманские, все с первой половины третьего века являются неверными. То есть он говорит, что вы, ваххабиты, убеждены в этом, вы это считаете. То есть ваши слова означают это, означают то, что с первой половины третьего века все мусульмане были неверными, начиная от ученых, заканчивая обывателями. Куффар муртаддун, вероотступниками, что они являются вероотступниками. То есть с первой половины третьего века и до времени Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, и во время Мухаммад ибн Абдул-Вахаба также все остальные, кроме его последователей, являются также куфарами и муртадами. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб – это начало третьего века. Начало третьего века, то есть первая половина третьего века до начала 13 века, прошу прощения. До начала 13 века, и в том числе и 13 век, потому что Мухаммад ибн Абдул-Вахабу не удалось в 13 веке реализовать свою религию, свои цели и навязать аравийскому полуострову свои убеждения. И то есть в 13 веке не удалось. И то есть где-то до 14 века получается, что до последних вот этих вот сотен, только последние сотни лет аравийский полуостров стал по-настоящему. А до этого все эти века с начала 3 века были неверными и вероотступниками. Это вот такфиризм. Такфиризм Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, который отличается даже радикализма ибн Таймии. Даже от радикализма ибн Таймии. Уважаемый шейх Гурбан, спасибо большое, что приходите разъяснить такую важную тему, важную информацию для наших телезрителей. Иншаллах, она была полезна для всех нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые наши телезрители, иншаллах, вы будете размышлять над этими словами, над этой информацией и поймете, что это за течение, что это за такфиризм такой, что такое ваххабизм. А на этом я с вами вынужден попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.